Да, ребят, еще хочу добавить то, что сегодня что отольем, я сделаю розыгрыш. А в конце уже расскажу, как что будет. Так что смотрим видео до конца, чтобы сегодня какие приманочки отольем, я разыграю их. Смотрим видос дальше. Привет подписчикам, зрителям моего канала. Ребят, много задают вопросов ВКонтакте. Сейчас постараюсь более все подробно рассказать, показать. Отольем с вами сегодня две формы. Одну микрушечку, одну вот эту. И расскажу самый первый вопрос, окупаемость. Ребят, ну я так сразу не могу сказать, у всех по-разному. Например, я там ездил сейчас, у меня магазины, ну по области я ездил в магазины. Сейчас у меня уже 11 магазинов, которые покупают. Каждый покупает магазин, грубо говоря, там от двух и от тысячи, вот так где-то. Но сейчас не сезон, самый ажиотаж будет осенью. Сразу магазинов 10 вам надо будет, чтобы у вас шел какой-то оборот. Сразу, конечно, вы ничего не окупите, но со временем вот 10 магазинов, думаю, вас вытянут. Проедьте, спросите, будут брать, не будут. Кто-то сразу берет, кто-то посмотрит, записывает номер. Вот в город возил, например, большинство записали номер. Ну, в городе все равно, как бы побольше, много кто так занимается. А тут у нас по области уже мало. Да, по-моему, единицы, кто занимается. И то есть конкуренции вообще никакой. Так, ну поэтому ответил. За упаковку я вам ссылочки оставлю, которые упаковка. Потому что если начнете, упаковка вам сразу нужна будет. Есть еще, ребят, zip-пакетики. Но это некрасиво. Ну, на всякий случай, для магазинов, еще куда-нибудь. Вот подарки я в них буду отсылать. Так, что еще? Ну, в принципе, все остальное. Расходники вы знаете, где ссылочки тоже оставлю. А, еще вопрос был по поводу запаха. Ну, запах, ребят, есть, конечно. Сейчас занимаюсь дома. А ближе к весне я сейчас перееду в баню. Буду в бане себе место оборудовать и в бане делать. Ну, в принципе, все. Если еще какие-то вопросы появляются, ссылочка в описании на группу на мою, где можно приобрести силикон. И также можно задать там вопросы и посмотреть. Все отвечу. Сейчас много вопросов и вот решил записать. Смазка, ребят. Перед каждым заливом где-то раз на 5 смазываю. Вот такая смазка. Брал я ее в фикс-прайсе в этом, что ли, не помню. 50 рублей, что ли. И вот мы... Оп. Вот микрушку надо прям хорошо побрызгать. Берем кисточку и вот так по каждой приманочке. Сейчас вам покажу. Вот по каждой приманочке вот так мы это делаем. Видите, блестит форма. Такие, которые плотные приманки и которые нет вот всяких хвостиков, я их даже иногда не смазываю. Они нормально отходят. Каждую вот так рыбку мы промазываем. Формы, ребят, можно греть, будет лучше, если это какая-нибудь маленькая. Если большая, можно не греть. Я купил себе фен строительный и прогреваю, когда лью шприцом, например. Вот такая вот тюлога. Вот эта микрушечка, ее прям надо хорошо промазывать, чтобы никакой гадости тут не было. Их тут 60 штук. По ним уже идут заказы. Скоро я их добавлю в группу. Сейчас вот тоже сделаем. Эту сделаем. У меня уже стоит готовый. Эту мы сделаем девяткой силикон. А эту мы сделаем шестеркой. Еще не готов. Сделаем эту цветом, наверное, машинное масло. А эту розовую. Сейчас на судака в грязной воде будет шик. Силикон. Смотрим, тут на дне бывает. Ну, я уже болтал. Вот как на дне пропадает, перестаем мешать. Ну, я добавляю сюда какую-нибудь гаечку, болтик там кидаем и хорошо размешиваю. Это говорю уж прям совсем, кто только хочет начать, потому что я много сам ладил в YouTube, искал и собирал кучу информацию. Мало было информации, чтобы на одном канале, например. Бокальчики купил вот такие вот, видите, широкие. Это на один залив, например. А пивные большие беру, это на два залива уже. Но вот этот удобный, видите, он такой широкий, прозрачный. И видать его.
Силикон, когда будете наливать, он чуток поднимается. Я все делаю, ребят, на глаз. И цвет на глаз делаю. Ну вот мне, наверное, он еще чуток подымется. Мне на один залив хватит. Добавим сюда белого. Капли, наверное. Одну капельку добавим, потому что он машинное масло должно прозрачным быть. И машинного масла капель 7. Думаю, будет шикарно. Тут розовый у меня готов. Сейчас мы прикрутим формы. И все. И этот разогреем, а одну форму уже зальем, с которым готов силикон. Ребят, перед работой обязательно открываем сразу. Еще заметил на видео, он скачет. Но на самом деле он не скачет, не знаю, не передает. Ну вот видите, 4 спереди болта я сделал и 6 по краям. И этого будет достаточно. При литье еще, ребят, скажу, аккуратнее, смотрите, всегда по краю только подошло. Все, хватит лить, потому что его будет разбрасывать силикон и может попасть в глаза или еще куда-нибудь. Вот такой вот цвет. Огонь. Ну все, видите, готов. Пошел от него испарение. Пузырьки разогрел хорошо. Нажимаем зелененькую. Не делал блески и из-за этого не будем выставлять. Поставим на 1500 оборотов. Ну, максималка его. И все. Погнали. Вот первое испарение идут, когда вот так заливаешь. Вот тогда воняет. А в принципе, когда разогреваешь, нормально. Но лучше не рисковать, одевать маску. Я так занимаюсь, потому что я бы, если маски был бы, вы бы ничего не услышали. Все, смотрим литник. Видим, сейчас покажу. Видите, заполнен. Все. Ждем, пускай покрутит чуток. Когда форма горячая, вообще долго. А если она холодная, он, в принципе, моментом застывает силикон. Покрутил, наверное, даже меньше минуты. Форма у меня, я пользовался сегодня уже, отливал. Но она лежала до этого. Звук такой, тук, прикольный. Оба. Вот видите, ледничок. Бывает, она останавливаешь, она бук пошла сюда. Ну все, сейчас будем раскручивать. Ребят, сейчас вторую отольем сразу, потом две вскроем и посмотрим, что получилось. Пускай постоит чуток. Все, ребят, добавил немного блесточки. Вот так вот это выглядит. Греем его хорошо. Формы маленькие. Пятерка это у нас Тиога. Лучше прогреть хорошо, чтобы все у нас получилось. Все, литник заполнился, ну чутка осталось, вот литничок, видите, и она уходит, чуток проседает. Ну что, ребят, скрываем. И-хи-хи-хи-хи. Когда смазываешь, еще и сама форма легче открывается. У-у-у, красота. Ух ты, чуть форма не упала. Рука кривожуки. Все пролилось. Все идеально. Смотрите. Сейчас вам достану и покажу. Смотрите, вот видите. Вот это я смазал. Ну, довольно немного я мазал. Вот в этих краях, где ребра самые, там все равно кисточкой не пролезешь. О, какая, блин. Ерунда красивая. Вы видите? Все эти, в принципе, приманки я сфоткаю, в группу выложу, можете посмотреть. Ну, вы посмотрите. Ну, видите, все идеально. Но самое тяжелое это микруха, ребят. Я с ней только начал работать. Так что, вот это главное, чтобы у нас получилось.
Давай, давай. Вон, вот она уже прилипает. Блин, поприлипли, ребят. Вот это плохо. Может попорвать сейчас хвостики. Вот тот край отлип. Сейчас скрываем. Плохо, все равно промазал. Блин, такие мелкие. О, шик, ребята. Блин, ну цвет, конечно, я думал, чуть темнее будет, но, в принципе, он и должен быть. Сейчас попробую. Давайте так вам покажу. Вы видите? Все пролилось. Обоя нет. Это самое главное, потому что сразу такую маленькую, я с ней не буду заморачиваться, я ее выкину. Ну как, переработаю. Сейчас мы их отдерем. Нормально, в принципе, смотрите, выскакивает из седла своего. Лук. Вот она. 60 штук, ребят, прикиньте. Надо еще попробовать обороты сбавить на микрухе. Но не знаю, получится, не получится. Это надо будет испытать. Смотрите. Это надо будет, ребят, все испытать. Потому что я не пробовал на малых оборотах микруху проливать. Все, вот Ле работу подкинули. Она у нас обрезает. Мам носит на почту. Так что работаем на троих, так сказать. Вот, отлил тут, по-моему, 24 штуки, тут 60 за раз. Вот такая вот микрушница. На окуня будет нормально, тиога пятерочка. Ребята, обрезаю, купил такой под рассаду ведерко. Тут, например, смотрите. Тут бах. Вот она, полосочка. Полосочку положил. Вот так это обрезаем. Ну вот, обрезали. Теперь. Вот он, блистарок. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Еще. Опа, еще. Да, вот шесть штук, смотрите. Открываем вот он зип-пакет, он такой пакет, смотрите, видите, крепкий и такой. Офигенно, вот эта пачка, я прям кайфую, не пожалел я то, что ее взял. Ну, кто заказывал, тот, наверное, испробует и поймет, что упаковка хорошая. Вот. На рыбалке. Такой вот силикон. Ну, это уже Ле будет дорезать. И микруху тоже. Ну все, ребят, упакую вот в пачечке. Видали, одну пачечку я сделал. Микруху обрежем, тоже уложу ее в пачечку. И условия у нас такие. Ребят, сейчас, чтобы у кого нету соцсетей, они могли участвовать, будем делать так. Пишем один комментарий. У кого только один, ребят, кто два напишет, сразу исключаем из розыгрыша. У кого нет соцсетей, пишет один комментарий, я участвую. Все, больше не пишем. У кого, ребят, есть соцсети, тот пишет комментарий, я участвую, и ссылочку на репост в своем ВКонтакте, в Одноклассниках. И кто делает репост, например, у кого нет ВК ВКонтакте, им вот этот розыгрыш. Плюс, кто делает репост, еще им пачку добавляю силиконовых приманок. То есть за репост еще одна пачечка вам добавится. И надо, чтобы было на последних видео, на 5, поставлены лайки. Чтобы был открыт канал, надо канал открытый быть, чтобы я зашел, мог посмотреть подписку на канал и также мог посмотреть 5 последних видео, чтобы было поставлено «Мне нравится». И в соцсетях репост делаем на стену вот этого видео и все. И добавляем в комментарии под это видео. Еще, ребят, вот эти розыгрыши я сделаю микрушки, сделаю тот розыгрыш, а... Чтобы нам выбрать еще какую пачку я разыграю, я захожу в ВК, кто есть в ВК в группе, заходит и ставит лайки. Где больше будет лайков на какой приманке, эту пачку я и разыграю. Ну и еще положу вам один сюрпризик в посылочку. Ну, вы о нем узнаете уже, когда получите.
Конкурс, ребят, сообщу я в группе. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить конкурс, розыгрыш. Потому что много не успевают посмотреть. Я человек выиграл, я удаляю видео. В этот раз будет видео держаться 3 дня. То есть, кто не успел, ребят, уже извиняйте. Я не оставляю на канале таких видео, чтобы нам не засорять, так сказать. Так что ставим колокольчик, не забываем. Выбираем, какие приманочки. В группе ВКонтакте ссылочка в описании. Заходим, где товары, ставим лайки. И я выбираю эту приманку, где лайков больше будет. Ставим на последних 5 видео лайки. И делаем репост. За репост дополнительная пачка силикона. Ну, в принципе, все. Опять же, если какие-то вопросы, спрашивайте ВКонтакте. Всем отвечаю. Нет такого, чтобы я кому-то не ответил. Ну, все. Бусы готовы. Ле, сейчас попрем обрезать, подготавливать для розыгрыша. Всем спасибо за просмотр. Ставим, ребят, лайки на это видео. Не забываем. Потому что это нужно тоже для конкурса. И все, в принципе, давайте, ребят, пока-пока. Пойду резать.